В Саратовскую область вернулась зима. Сильный снегопад запорошил улицы города. По словам синоптиков, такие погодные явления – норма для конца апреля. Иногда зимние осадки выпадают даже в начале лета. Что касается дальнейшего прогноза, то ночные температуры будут низкими – около нуля. Днем же чуть потеплее – до 7-12 градусов. А вот снегопад в ближайшие пару суток может продолжиться. В первые два дня или двое суток текущей недели – не исключены осадки смешанного характера, особенно в северных районах, да и может захватить и областной центр. Снег с дождем, мокрый снег. Затем во второй половине текущей недели осадки будут продолжаться. Они не будут повсеместными, они будут наблюдаться местами.